Всем привет, друзья, с вами Лилия Донскова. Сейчас мы быстренько с вами полистаем каталог номер 13 Oriflame, посмотрим, что здесь самое вкусное и интересное. Дизайн каталога, конечно же, просто потрясает, начиная с его обложки. И шикарная туалетная парфюмерная вода Валяре в новом дизайне, золотая, очень шикарный аромат, очень вкусный, клевый. Если не пробовали, выпишите пробники, потому что этот аромат достоин внимания. Шикарное средство, золотое, легендарное, смягчающее в праздничном выпуске за 99 рублей. Берите на подарки для себя, это очень крутые штуки. И нас ждут сенсации. Это моя любимая, заявляю это с восклицательным знаком, парфюмерная вода Giordani Gold Essence. Это просто волшебная водичка. Люблю ее с первого взгляда, с первой секунды и, наверное, навсегда. И рекомендую вам тоже ее оценить. И цена здесь просто великолепная в этом каталоге. Нужно успевать брать. В этом каталоге у нас вышло средство, которое мы используем для придания сияния нашей коже. Используем его, этот эликсир, под антивозрастную тональную основу. В принципе, можно использовать под любую тональную основу, но рекомендуется все-таки брать средства из серии Giordani. Так, здесь у нас декоративная косметика, тоже приятные предложения. Вчера я смотрела лично вот эти украшения и сумку. Классные, очень стильные, интересные по дизайну украшения. Сумка, я думала, она будет тряпочная, на самом деле она сделана под кожу, очень плотная, уверенная такая модель сумочки, очень вместительная, и для любительниц ходить такими объемными сумками самая прям осенняя тема. Сейчас модно такие графические дизайны, и эта сумка подчеркнет образ и выделит вас. Далее, тут у нас тоже много парфюмов, не буду про них рассказывать, потому что их нужно, конечно, пробовать. Приятное предложение с мини-спреями. Это те же самые наши любимые водички, только в 15-миллилитровом таком объеме, что очень удобно носить с собой. У меня, например, вот тоже один из моих любимых ароматов, My Naked Truth. Я его очень люблю, и поэтому у меня он есть и в большом объеме, и, конечно же, в маленьком. Так, спреи. Я тороплюсь просто, чтобы вы могли увидеть самые-самые крутые вещи. С ромашкой вышло новое очищающее средство для интимной гигиены. Я уже себе выписала его. Так, здесь у нас, кстати, серия с неролией и жасмином. Это моя любимая серия и по дизайну, и по всем характеристикам, и эффекту, который я ожидаю, я получила гораздо больше, потому что кожа после использования этих средств, ну, просто роскошная. И аромат стойкий, приятный. Жасмин – это такой сексуальный аромат, очень нравится мужчинам. Мой муж в восторге от этой серии. Здесь, конечно, супер скидки. Обратите внимание на серию «Шведский спа». Это роскошь, которая доступна. Вы можете дома устроить себе спа-салон. И для этого вам понадобится всего лишь это масло, мыло с отшелушивающим эффектом, скраб для тела. Кстати, его с удовольствием беру в баню, потому что кожу делает вот этот маслянистый имбирный скраб просто великолепный. Шикарная серия, тоже моя любимочка, это «Элео». Здесь шампунь и кондиционер. И для тех, кто хочет отрастить длинные волосы, обязательно используйте вот такие сыворотки. Здесь есть антивозрастная сыворотка уходит. А для тех, у кого секутся кончики, обратите внимание вот на эту маленькую картиночку. Это сыворотка специально для секущихся кончиков. Вот, используя ее, я смогла отрастить длинные волосы, потому что волосы сейчас не секутся вообще. Тут у нас все интересное. Кстати, про тушь могу теперь легенды сочинять. Если первое мое впечатление было не очень яркое, но тушь и тушь, но когда я ее смывала, я оценила, потому что она просто, знаете, вот хлопьями снимается, пальчиками легко, ее не нужно смывать, как обычную тушь. Просто размочили теплой, сильно теплой водичкой и пальчиками сняли. Никаких отпечатков, никаких следов. Но я купалась с этой тушью в море, ныряла, выплывала, терла глаза. Тушь осталась на месте. Это фантастика, просто фантастика.
любимые блески для губ, конечно, вы сами подберете. На что хочу особо обратить внимание, двигаемся дальше. Что-то здесь. Да, вышли на новые лаки в серии Giordani. Такие сочные, современные, модные оттенки. Вот вчера я видела вот эти три последних оттенка. Вот на два последних я просто запала. Очень красивые цвета. Очень крутые просто. Румяна в шариках со скидкой. А многие спрашивают вот про эту сумку с кошельком. Знаете, сумка очень крутая. Кошелек, знаете, как игрушка, маленький. Я не знаю, просто как баловство подчеркнуть стиль, образ дополнить. Да, ну как бы как серьезный кошелек я бы его не рассматривала, потому что он маленький, тоненький. Да, буквально какую-то мелочевку можно загрузить. Роскошная сумка Аризона. Я рада, что она есть и в этом каталоге, потому что это действительно осенняя тема. И вот с этим пончо сочетание идет просто великолепно. И очень понравились вот эти серьги, хрустальная роса. Настолько они шикарные, просто роскошные. Действительно, если у вас есть любовь к бижутерии, то побалуйте себя. Скраб. Обновляющий для лица серии Novage стал скрабом номер один в моем меню ухода за кожей. И раз в неделю я обязательно им пользуюсь и очень по нему скучаю. Эффект от него просто восхитительный. В этом каталоге вышла сенсационная новая маска, ночная для интенсивного восстановления кожи. Ее рекомендуют использовать на крем или сыворотку на ночь. Кожа ночью отдыхает особенно интенсивно, поэтому именно вот эта маска поможет восстановить и увлажнить кожу более активно. Шикарные серии Novage, опять же, со скидками. Эко-бьюти маска. Очень много классных предложений в этом каталоге. Просто шикарных. Сейчас посмотрим, что мне особенно нравится. Кстати, многие задают вопросы про протеиновый комплекс. Мы его уже употребляем. Я хочу сказать, никакого привкуса я не чувствую абсолютно. Нет, его просто нет. Он легко размешивается в любых блюдах, кашах, супах. Да везде абсолютно, хоть на яичницу его посыпайте. И он действительно сытость. То есть я обнаружила себе обычную порцию, а съела меньше, потому что я поняла, что я насытилась, больше не хочу. То есть это действительно очень круто. И получаем полноценный белок. Очень много парфюмов мужских, шикарные, классные, такие достойные ароматы. Кстати, Excite — это тоже один из наших любимчиков. Но самый любимый аромат, его, наверное, здесь нет у нас, это Manful. Сейчас он у нас номер один. И Happy Diziac. Это наши любимые ароматы с Михаилом. Здесь есть мой любимый крем, увлажняющий молоко и мед из золотой серии. Я его рекомендую. Ну, настолько он шикарный, я просто не могу от него, вот, знаете, как насладиться. Все время мне его все время мало. Немножко перелетели. Гигантские объемы гели, шампуни восхитительные. Кстати, вот шампунь с кокосом и пшеницей стал моим любимым. Хотя у меня волосы не сухие, но он так классно промывает голову, такие делает волосы послушные, живые, объемные. Я просто в восторге. Приятные предложения на туалетные водички. Классные предложения. Смотрите, нужно брать по два, чтобы получить цену приятную в разы. За 99 рублей берите по два лака. Считайте, чтобы четное количество было помад в вашем заказе и карандашей для губ, и туши, да, и тени. Все шикарные серии. Кстати, эта помада легендарная. Несмотря на то, что у нее простой дизайн и очень низкая цена, она является уже лидером номер один среди самых покупаемых помад уже на протяжении нескольких лет. Так, это мужская серия. Новинка вышла в мужской у нас коллекции. Тоже очень приятный аромат. Стоит его попробовать. И завершает каталог набор масок. Три маски на любой вкус, увлажняющая, питательная, очищающая. Настолько классные маски, очень крутые. Вот этого пакетика хватает на 2-3 раза в зависимости от размера лица и от толщины, как вы любите, да, кто любит побольше, кто любит поменьше использовать. Очень крутой каталог. Я желаю вам приятных впечатлений и покупочек. Пока-пока!